Наконец-то пришла весна, 14 апреля 2018 года. Подъезжаем к месту строительства стадиона. Так вот проезжая, вернее уже, наверное, даже не строительство, как бы уже объявлено, что стадион построен, и даже главный интерес лично у меня сейчас вызывает не сам стадион, а его окрестности, поскольку до теста, вон он появляется, до тестовых матчей осталось несколько дней. 21 апреля пройдут уже первые соревнования, то есть буквально несколько дней. Если говорить об окрестностях, что тут комментировать, наверное, все видно. Честно говоря, я вот месяц назад здесь был и ожидал увидеть что-то, нечто более завершенное в плане строительства. Ага, вон мой коллега тоже снимает окрестности. Один из ракурсов в точности как на одной из предыдущих съемок. Дорога сейчас здесь пока никакая, но судя по темпам строительства, не вызывает ни малейших сомнений ее идеальное состояние в ближайшем времени. Возможно, вот здесь будет что-то интересное. Я не понял, а что это там плавучий экскаватор черпает? Ух ты! Это он моет... Да, действительно, он моет пристань, не пристань, как это правильно называется. Ну, назовите сами, что это такое после паводка, когда вода поднималась, пришла грязь. Вот он эту грязь смывает. Здорово. Более-менее видно, что здесь происходит, как все вокруг. Вот немножко займемся подглядыванием, что там у нас. По-моему, обычная стройка, и до сдачи еще, по крайней мере, окружающей территории, наверное, еще далеко. Обычный строительный мусор, материалы. Опять на крыше стадиона чем-то занимаются люди. Давайте попробуем посмотреть. Я не знаю, что они там, кровлю делают или еще что-то, непонятно. Ну, отсюда действительно мне не видно, а позже на компьютере, наверное, можно будет повнимательнее посмотреть, рассмотреть, чем они там занимаются. Вокруг активно продолжаются строительные работы. Краны, техники, экскаваторы. Строятся подъезды. Все это достаточно близко от самого стадиона. И, наверное, болельщики как раз вот по этой дороге и будут подъезжать. Потому что она пойдет в аэропорт. Вот обратите внимание, около нашего мячика какие-то работы идут, вон экскаватор. Вот еще немного съемки из автомобиля, там вон развалины дома, который я показывал в прошлый раз. Дорогу, кстати, закатали до идеального состояния. Вот тут здесь стояло такое некультяпистое какое-то строение. Его остатки. Дальше еще что бы мне хотелось показать, это участок справа. Сейчас я туда наведу камеру, если получится. Ну, там КАМАЗы стоят. Вот. Вот уже сколько месяцев. Ух ты! Аварию заснял. Так. Вот где-то здесь
Я его каждый раз, вот уже очередное видео, пытаюсь показать, что-то здесь конь, если и валяется, то как-то не особо это делает активно. Хотя да, дорогу делают стахановскими темпами.